Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Honda 20 из города Братск, Иркутская область. Начнем с истории. Мотор шел на полном ходу, внезапно резко заглох. Владелец до этого момента часто поглядывал на струю охлаждения и говорит, что струя была. Но когда заглох, мотор парил, и после остывания контрольной струи уже не было. Это то, что нам рассказал владелец, а мы обнаружили следы серьезного перегрева. Пострадал почти весь пластик, прилегающий к блоку. Решили для начала проверить компрессию. Компрессии ноль, ее нет вообще и даже никакого намека. А сняв верхний пластмассовый кожух, увидели слетевший ремень ГРМ. Кроме того, шкив распредвала с отколотым посередине куском. А чем это чревато, мы уже показывали в одном из наших роликов про точно такую же Хонду, у которой на ходу треснул шкив и загнуло клапаны. Ссылку на это видео вы можете найти в описании, а также в конце этого ролика. И первая мысль у нас возникла, что на этом моторе тоже позагибало клапаны. Мы выставили коленвал и распредвал по меткам, надели ремень, чтобы проверить компрессию. На верхнем цилиндре показало 12,5 кг. И тут мы увидели, что ремень норовит соскочить. Это сломанный шкив при вращении распредвала пытается сползти вниз. Мы его аккуратно поднимаем и проверяем компрессию на нижнем цилиндре. Там нам показывает всего 7,5 кг. Нужно разбирать мотор. Снимаем клапанную крышку и видим оторвавшийся клапан перекачки картерных газов. Точнее, это ограничитель клапана. А сам лепестковый клапан мы увидели за коромыслом. Крышка термостата на этой Хонде пластмассовая. От нагрева деформировалась и отошла. А это был датчик температуры воды. Термостат от перегрева вышел из строя, крышка термостата поплавилась, а это клапанная крышка, вид изнутри. Расплавились и шланги, например, это шланг слива топлива с карбюратора. Разбираем двигатель, а тут толстый слой заводского герметика. Мотор еще до нас никто не разбирал. Прокладка в этом месте не предусмотрена. Мы сняли поршни и коленвал. Состояние хорошее, задиров нет, нет износа, нет повреждений. Проверили износ гильз, все в допуске, растачивать их не нужно. Мы проверили герметичность клапанов, пролив впускные и выпускные каналы. И клапаны отлично держат. Кстати, они совсем не загнуты. А почему же тогда была такая разница в компрессии? От перегрева клапанная крышка потеряла клапан перекачки картерных газов. Клапан, оторвавшись от расплавившегося пластика, попал под декомпрессор, который, в свою очередь, не давал выпускному клапану до конца закрыться. А это его прямая функция для облегчения запуска мотора с ручного стартера, чтобы мотор не пинался.
А когда мотор работает, или если обороты распредвала высокие, он по инерции отклоняется в сторону, не вступая в соприкосновение с выпускным клапаном. Но ему в нашем случае мешал оторвавшийся лепестковый клапан из клапанной крышки. Вот это и ответ на нашу загадку. Остался последний вопрос, а почему вообще мотор перегрелся? Откручиваем 5 болтов, снимаем редуктор и разбираем помпу водяного охлаждения. Крыльчатка потеряла почти все свои лопасти, соответственно, двигатель перестал охлаждаться. Стакан немного перекосило в пластмассовом корпусе, и внутри корпус немного расплавился. Тут нужно менять всю помпу в сборе. А все резинки от крыльчатки мы нашли под пластиной помпы. Получили запчасти из Японии. Заказ был сделан 21 сентября. Сегодня у нас 27 октября. Тут японские газеты. Потом почитаем. Мы заказали все необходимые прокладки. Под головку блока цилиндров. Под двигатель. Это крышка клапанов. С новым клапаном в сборе. Уплотнение на крышку клапанов. Корпус водяной помпы со стаканом и с резиновым уплотнением. Датчик температуры. Прокладки под помпу, под карбюратор. Крышка термостата. Шкив распредвала, новый термостат, крыльчатка и уплотнение под крышку термостата. А в этой коробке новый грибной винт. Владелец попросил заказать в запас. Винт делается в Тайване для Хонды. Ну, теперь наконец-то можно заняться сборкой. Прокладки для Хонды делаются в Индонезии, в Таиланде и в Японии. Хотя все пришло из Японии.
14 сентября мы получили эту Хонду. Ремонт завершен 28 октября. Справились бы быстрее, если бы не пришлось долго ждать запчасти из Японии. Кстати, запчасти мы заказываем с сайта MegaZip. Ссылка на магазин в описании. Можно заказывать запчасти из Японии, а также просто смотреть каталог запчастей, схемы и устройства моторов в помощь при ремонте. Компрессия на месте, немного подрегулировали карбюратор, сольем масло с двигателя и отправляем мотор обратно владельцу. Всем пока и не забудьте проверить масло в своем редукторе, чтобы перед зимой там не осталась вода.